МВД опубликовало видео с задержанными пациентами психоневрологического диспансера, которые утром сбежали из учреждения. Спустя 6 часов после побега всех семерых поместили обратно на принудительное лечение. Как уточнили в ведомстве, при задержании сопротивления никто не оказал. Поймать беглецов помогли местные жители, в полиции обещали их поощрить. Решил убежать. Что сделал ты? Говорит, ничего не сделал. Ну как убежал? Каким образом? По бусине крутился. За что сейчас задержан? Побег в больницу. Каким образом совершили побег? Через решетку, через окошко. Ломали решетку. С кем ломали? Все ломали. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.